Опоздал, мест нет. Подождешь? Эй, парень! Игра или проваливай? Я думаю. Не корову проигрываешь, дружок. Давай, делай ставку или вали отсюда и лазай по пальмам, или чем вы там занимаетесь. Короче, хватит тут размышлять. Играю. Три дамы, дамочки. Ну что у тебя? На, смотри. Фулл хаус. Фулл хаус? Он выиграл? Или у вас в Мексике, может быть, другие правила, а? Что она сказала? Она сказала весьма недвусмысленно, чтобы я пальцами трогал Барроуза. Похоже, их виды на него не совпадают с нашими. Вся эта история с его отцом накладывается на наш первоначальный план — отправить Линкольна Барроуза на тот свет. Если же он не умрет, то проиграете вы, не компания. Они-то найдут другого кандидата, а вся ответственность пойдет на вас. Значит, пора нам разойтись. Тогда они ни цента не дадут на избирательную кампанию. Вы в курсе? А мы им не скажем, Пол. Вот это запах. Ну, хорошо. Играем дальше. Готовы? Последний кон. Надоело без конца проигрывать. Сколько нагреб? 300. Не больно? Что? Сидеть на подкове. Должно же кому-то вести пинг-понг. Открылась. Карту в колоду. Да мне не жалко, смотрите. Ну еще бы, конечно. Карту в колоду, сынок. Остынь, папаша. Не моя вина, если Снежок не умеет сдавать. Что за оскорбление? Ну ладно, знаете что, черт с вами, я пересдам, раз уж вы такие капризные. Открытую карту назад в колоду. И сдаешь дальше. Наши правила.